Надо же. Я думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? Оу, так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранды будет очень довольна. Да не ной ты. Почти пришли. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим ему кровь и наполним ею для вас бокал. Да заткнитесь нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше отдай его мне, и тогда все поразвлечутся. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да-да-да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь ты. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды? Для тебя твои железки важнее, чем любая. О, конечно! А ты все жрешь! И тебе вечно мало! Меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо, мать. Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Из какого ты текста? Итан Уинтерс. Готовься. Нет, сон! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1! Начали! А, господи боже! Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю! Нет, матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Да к черту церемонию! Эта тварь заплатит мне за все. Роза, где ты?
твою мать. Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь? Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу! Ну, покажи свою силу. Я не пытаюсь убежать. Я разорву тебя. Ты не увидишь свою дочь. Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску.